13 сентября в Международном университете информационных технологий прошла презентация образовательного проекта «Лаборатория Каспий». Он состоит из двух курсов – «Наука о данных» и «Геосервисы». Во время обучения науке о данных студент научится строить прогнозные модели и монетизировать данные. Геосервисы охватят области программирования на Python и создания геоприложений. Вообще проект нацелен на дальнейшее трудоустройство. Специализированное обучение проводится бесплатно, но требует обязательного прохождения предварительного отбора. Студенты получат знания из прикладного бизнеса на основе практических бизнес-кейсов. Кроме того, студенты получат сертификаты от SAS и Globite совместно с Каспибанком. Стоит отметить, что лаборатория Каспи в течение 2 лет обучила 80 студентов 8 ведущих вузов Казахстана. Надеемся, что и наши студенты успешно пройдут образовательный курс от Каспибанка.